Привет. Ну, Роска, покажи ухо. Все. У меня гладко в ухе. Огромное спасибо, кстати, Наташа и Сережа. Вам вообще респект, уважуха. Настюша вчера поехала. Во сколько это было? Пол одиннадцатого. Мы спросили, есть ли у Наташи и Сережи это устные капли. Спасли есть. Нас, короче, первого. Поехала Настюша, привезла, молодец. И сразу, кстати, да. Стало легче намного. Ухо сразу перестало болеть, как только я закапал. А сегодня оно просто, знаете, как гудит. Но ватка есть, я думаю, что закапываем, будет. У нас опять моросит, самый неприятный дождь, когда просто моросит. И 5 дней нам обещают такую погоду. Так, мы Полину забрали, теперь мне нужно зайти к моей Марине. Кое-что отнести. Моя Марина — это человек, который всегда, ежемесячно держит мою ручку в полном порядке. Но сегодня я иду не за этим. За этим мне еще рано. Но я знаю, что там сидит моя дочь. Сейчас поздороваемся, напугаем их. Мама, это я, да? Привет! Смотрите, кто тут. Какие люди! А потому что все мы ходим куда? К лучшему мастеру в этом городе. Ха-ха. Покажи, что ты будешь делать. Еще ничего? Окей. Ага. Ну, на маникюр, если не знаете, куда пойти, я могу Маришу рекомендовать. Вы получите удовольствие. Это 1000%. Как ты и говорил. Здесь достаточно пусто. Там полно. Какая встреча! Красавчик, не? Красавчик? Красавчик, красавчик. Есть вкусные люди. Да. Тепло, дед? Привет, тепло. Все, все вместе идем в магазинчик. Ну вот где кайф ходить по магазину. Просто. В тот раз даже полок не было видно в том... Лидле. Все купили, сегодня будем готовить что? Картошечку, курочку, а мама курочку. Себе будет делать лапшу. Корейскую. Или китайскую. Латвийскую. Это вам обед. Можем. Только я хочу коробочку сразу забрать. Можно? Все? Да. Вам. Соня, кстати, коридор затмений, да, до сих пор у нас, лунное затмение. Что-нибудь кто-нибудь чувствует? Ты, Чернов, что-нибудь чувствуешь? Нет. Нет? Не штормит? Я чувствую, что у меня ухо еще чуть-чуть шумит. Штормит. То есть, может быть, ухо штормит из-за затмения все-таки? Да? Судов. Расскажите, товарищи, чего у вас? Как вы там себя чувствуете, ощущаете в эти дни? Стресс, нервы, кипиш? Страх, еще что-нибудь. Или все, в принципе, нормально, вы нечувствительные. Как вы, расскажите, что нового у вас? Ну, если никуда не придешь, так точно сад. Нет?
Да, меняем имена. Все. Я более латышский. Короче, была очень вкусная лапша. Даже Милена поела, но Милена удивительно выковыривает оттуда морковку и паприку, говорит, приготовь мне такое же блюдо, но без овощей. Я говорю, ну ты смешная, это уже будет не такое же блюдо. Это вот первая лапша, кстати, которую ты приготовила. Не острую. Не острую. Нежную. И намного вкуснее. Нет, она пикантная, она немножко остренькая, но обычно мы когда с Моникой готовили ее, мы любим поострее. Или Моника, например, готовила дома. Ой, ядрено было. Без стакана воды ее было невозможно. А тут я приготовила более, ну, поспокойнее, как бы. Шикарно вообще. И теперь ее все съедят! Потому что вкусно, реально. А не остро. Сейчас дети, естественно, нашу лапшу не захотели, поэтому вот... Поэтому чистим картошку. Поэтому картошку с курочкой я уже поставила жарить. Ножки, лешки и так далее. И картошки. Много не надо, то я выбрасываю постоянно. Да, да. Ну вот сколько вот, еще давай эту и еще одну и все. И все, да. Реально, как сварю, то макароны, то картошку все выбрасываю. Я уже научилась эти макароны варить просто вот. Дети, например, говорят, нам макароны с сыром, да? Ну, типа две порции. Я беру уже вот столько просто, вот столько. Все равно останется. Правда? Ну, правда. Все, ребят. Хотим немножко пораньше смонтировать влог, чтобы пораньше лечь спать, потому что не высыпаемся. Все, пока. Пока.